Перед вами Лили Пинг. Я очень хорошо знаком с ее искусством, ведь еще несколько лет тому назад на фестивале цирков в Монте-Карло она была награждена золотым клоуном, высшей наградой фестиваля. Искусство эквилибристики известно по крайней мере 1000 лет, но практически им занимались исключительно мужчины. Мадам Ксиа была первой женщиной, осмелившейся соединить в единую комбинацию эквилибристику, равновесие и грацию, и сделала это столь успешно, что ни один мужчина теперь не может с ней сравниться. Вся сложность этого номера заключается в том, что ее тело движется вокруг двух точек, и в двух же точках фиксируются чаши. Таким образом, работает все тело. Независимо от того, рукой или ногой, артистка соприкасается с полом. Thank you.